Противоповетрия. То есть это канонический такой молебен с каноном специальным, который взывает к Богу о том, чтобы Господь сменил свой суд на милость. То есть та эпидемия, которая сейчас охватила весь мир и где-то приближается, наверное, к нам, вот мы просим, чтобы Господь оградил нас от этого искушения. Конечно, мы выполняем все требования и наших властей, и наших врачей по гигиене, соблюдению. Но, тем не менее, священники все-таки, наше оружие главное – это крест, это наше Слово Божие, это наша молитва. И поэтому соборная молитва, она всегда очень крепка, и Господь ее слышит. Поэтому мы начали эту молитву здесь, молебном, а потом, по моему благословению, три машины разъезжаются по Хабаровскому району, по всем весям. Они будут на пути также творить молебны, петь Святой Божий, кропить водой свой путь и останавливаться у въезда каждого поселка, каждого села, каждого населенного пункта. И творить ту молитву, которую нам благословил Святейший Патриарх на каждом богослужении читать, вот по ветре. И, конечно, благословлять святыми иконами, крестами и мощами, которые находятся в наших храмах. Мы их собрали, и я думаю, что это укрепит веру наших прихожан, это поможет избавиться от этой напасти, потому что мы, как и врачи, тоже должны быть на своем посту, помогая и не только молитвой и крестом, как я сказал, и словом, но и делами милосердия. То есть на каждом приходе у нас есть волонтерские группы, которые своим вниманием должны всех пожилых, всех одиноких людей, может быть, даже и какие-то мамы, которые одиноки, они должны все быть в нашем внимании и в нашем попечении.